вечер, пан Юзе. Добрый вечер, пан Зюзе. Добрый вечер. Пан Юзе, разрешите мне воспользоваться вашим телефоном. Что-то у меня телефон дома барахлит. А, пожалуйста, прошу вас, пан Зюзе, пожалуйста. Благодарю вас, пан Юзе. Пан Зюзе, большой оптимист, всегда в хорошем настроении. Но сегодня ему не повезло, он попал в рассказ Януша Осенки «История с самолетом». Алло, мне бы хотелось переговорить с паном директором. Какой у меня вопрос? Дело в том, что самолет врезался в мою квартиру. Да, наверное, разбился с курса. И понимаете, и вот я что? А пана директора нет? Тогда хорошо, соедините меня, пожалуйста, с паном заместителем. Алло! Это пан заместитель? Здравствуйте, это пан Зюзя. Дело в том, что самолет, понимаете, сбился с курса и врезался в дом в мою квартиру. И вот я хлопочу о замене квартиры, либо о возможной компенсации расходов по ремонту. Понимаете? Что? Это не пан заместитель? Вышел? Будьте любезны, соедините меня, пожалуйста, с приемной пана заместителя. Алло! Пан заместитель, это опять я, пан Зюзя, по вопросу вззз и бдум, понимаете? Пан заместитель, мне сказали, что вопросами вззз и бдум занимаетесь вы. Ах, это не пан заместитель, вышел. А кто его замещает? Будьте любезны, переключите меня, пожалуйста, на него. Что? Срочное ли у меня дело? Да как вам сказать, срочное, не срочное. Но самолет врезался в мою квартиру во время войны, а я до сих пор не могу дозвониться. Ох уж эти телефоны, пани Зося. 25 лет звоню и не могу дозвониться. Дозвониться? Тут и без телефона добиться ничего нельзя. А что, у вас тоже бдум с квартиры? Да нет, у меня зарплата. А, но это не по моей части. Обратитесь к пану Юзефу.